пуф. Это детектор, короче. Он... Нет, на людей, у которых еда есть в пакете. Нет еды? Он ищет еду просто это. И... Еды нет? Ждете кого-то? Мужа, дети? Муж, парень? Тогда мы ищем Пуфу новую любовь. Хочешь погладить, Маш? У меня собака для привлечения внимания, видишь? Сразу. А как зовут? Пуф. П-У-Ф. Пуф, а слово пуфик. Он не кусается, добрый. И вроде красивый. Красивый? Конечно, милаш. Милаш? А сколько лет? 27. 27? Что делаешь? Мне просто скучно, я жду друзей и думал подойти поболтать. По жизни что делать? Ну, здесь? По жизни, здесь что? Я работаю в сфере красоты. Чешь? Стрижешь? Да. Невеста помогает. На... Сколько стоит мейкап такой? Я по волосам. Ой, по волосам сколько стоит такая прическа, которая... Вот... Ну да, в среднем. До? Смотря куда выезжать. Ну, а куда-то, куда-то еще можно выезжать, типа. Ну, невеста же дома собирают. Если она живет очень далеко, то мы рассчитываем по расстоянию. А, то есть сколько времени ты пока доедешь туда, да? Километраж. Километраж, я понял. Я занимаюсь съемками. Какой? Фото, видео. Все, что снимается. Все, что связано с этой историей. А что без парня? Что без мужа? Не встретила, так сказать. Чего сидишь одна? Да потому что подруга скучная, пошла домой. И ты осталась одна в парке, так? И чисто. Я пришла одна сюда, да. Такая погода, домой идти, так все, чисто. На тиндерах сидишь где-нибудь? Бывает. Да, с мужиками знакомишься? Ну да. Что хочешь? Честно, интересного общения для начала. Там что получится. Есть что-нибудь интересное там? Не особо. Кто ещё еще не встретил? А что бы ты с ним бы сделала бы, если бы он был бы? Ну, в смысле, вот нашла прикольного парня, что бы хотела бы с ним? Ну, отношения, дружить, общаться, секс, замуж. Общаться, дружить, отношения. Секс. Да все, что ты перечислил, получается, и в конце уже может и замуж. Замуж? Хочешь замуж? Ну не то, что хочу, а если классный парень, и если вместе прикольно. А давно у тебя были отношения? Любовь. Давно. Сколько? Полтора года назад. Ну, что прям отношения, отношения, вот да. А так, что просто дружить, общаться? Постоянный? Понял. Пуа. А ты что ищешь в общении? Чё, в знакомствах? Да я особо, когда время бывает свободное, могу с кем-то познакомиться, поболтать, но так в целом ничего пока ничего супер. Обременительного. Обременительность, в смысле, что потрахаться на один раз, типа, и все, типа? Ну нет, наоборот, типа, без серьезности. Ну, тут зависит... от свободного времени больше и от желания. Пока что, например, пока что много работы, много всякой этой ерунды. Пока что не стремлюсь ничего к серьезному. Другие цели. 28. Другие цели, задачи пока что больше зарабатывать кэш и развиваться. А потом уже, когда ну, уже что-то будет такое прям прикольное, достойное, можно и что-нибудь серьезное. Поэтому вам какой-то формат. Слушай, да его один раз в этой покатал, да и его надо расчесывать постоянно, чтобы он был красивый. Если он так красивый. А я-то в этой... Да ладно, чё, ты же собака. Я не всегда на руках таскаю его, это сейчас я с ним обнимаюсь. Так он не особо, видишь, чуть потряхивается, немножко переживает. Много... Я дома котяра, и я просто понимаю, что я в будущем не хочу себе...
кота. Ну... Все вещи просто... Ну да. Ну да. Нет, так в целом... Это, друзья моих, собака просто мне... Куда, блядь, побежал, какую тёлочку увидел, наверное. Вот друзей моих собак оставили, пока улетели. Вот так он периодически со мной тусуется. Я, конечно... Что снимаешь? Все, что можно снимать. Фото, видео, съемки для блогеров. В основном YouTube, Instagram. Все, что можно снимать. TikTok тоже из этой серии. Клипы редко, но в основном такие что-то простые съемки для блогеров. Свадьбы не снимаешь? Свадьбы не, это такая, типа, для работяг. Такие, знаешь, которые прям вот всю вот эту вот историю очень заморочены. Проще в студиях, да, то же самое. Ну, в студиях ты имеешь в виду, что фото? Ну да. Ну, у меня ребята есть, я сам не снимаю. Собаку увидел. У меня есть ребята, которые... Сиди. Которые снимают, а я просто организовываю все вот эти вот истории, которые можно это делать. Друзья, ну если вы хотите научиться знакомиться с классными девушками, хотите делать это максимально легко и просто, то по ссылочке в описании вы сможете найти всю инструкцию, которая позволит вам легко знакомиться и общаться. Все, что для этого нужно, перейти по ссылке в описании, 2000 рублей стоит мой авторский тренинг. Видался пиздец, не на меня, правда, на собаку. 2000 рублей стоит авторский тренинг, который позволит вам знакомиться с любыми девушками в любых ситуациях. 2 дня, 2000 рублей. Переходите, и готова методика по знакомствам специально для вас. А ты кальян куришь? Сейчас пойдем, Пуф. Ну, ты с мужиками как встречаешься? Что у тебя, как ты проводишь свидание? Вот ты на Тиндере, например, познакомилась. И что дальше? Кофе. А? Кофе. Встретиться, попить кофе? Да. А потом что? Потом... Ну, просто на нейтральной территории где-то встретилась, поболтала, поболтала, попила кофе. Дальше что? Дальше, если интересно, уже с кем-то. Ну, что предлагает человек? Ну, если он скажет, пойдем потрахаемся. Ну, вот, встретились, понравились друг другу, и такой раз, типа, и... Ты такая, да? Нет, я не предлагаю, я смотрю на твою реакцию. Ты такая более скромная, да, мадам? Не-не, я не знаю, ты... Или в тебе что-то такое есть, что ты не особо, да? Знаешь, как проверить, скромная девушка или нескромная? Нужен WhatsApp. WhatsApp? Угу. Ну, телефон. Зайти в WhatsApp. А, смотреть переписки? Нет, переписки не смотреть, в переписки заходить не буду. Ну, хочешь, покажу тебе? Это очень быстро. Ты с каким-то парнем, ты когда с Тиндере знакомишься, ты где с ними переписываешься, в Тиндере или в WhatsApp? Либо зайди в WhatsApp. Я тебе покажу просто прикол, тебе потом будет интересно. Я в переписке заходить не буду. С телефоном-то им не убегу, небось. Например, берешь, пишешь какое-нибудь слово. Я поняла. Вот. Вот. И, ну, соответственно, какое-то там. Что-то посмотрела, и сразу понятно. Ну, допустим, у парня так берешь, какое-то слово вводишь, он там говорит, типа, я не такой. Вот, и тут раз. Ну, что, что-то суперразвратного нет у тебя? Ну, парочку слов «секс» есть в переписке, значит, надежда есть. А может, я удаляю все? Все удаляешь, но это слишком заморочено, типа. Ну, блин, когда нет памяти, она заканчивается. Только если на телефоне, да, нет. А, что, нет памяти? Сейчас есть телефон, но нет памяти, который. Ну, у меня сегодня, например, закончилось. Потому что. Снимала видео, да? Снимали, да. Телефон в работе. Весь телефон в работе. Ну, только да, в этом случае. Есть. А, кальян? Покурим, поболтаем? Не-не-не, не сейчас, я сейчас с друзьями пойду встречаться. Ты хочешь сегодня поболтать? Нет, сегодня уже. Ну, завтра. Послезавтра. Ну, давай ты мне напишешь. Я на WhatsApp тебе напишу. У тебя есть WhatsApp? 900. Меня зовут Никита. Это не про пикап? Про пикап что? Про знакомство? Ну, и в том числе, естественно.
этом учусь. Ну, я уже стар для того, чтобы тренироваться. Это когда время есть свободное, можно, помимо того, что ты занимаешься чем-то, гуляешь, общаешься с друзьями в парке, можно еще с кем-то новым познакомиться, поболтать. Это не обязательно связано там с чем-то конкретным. Ну, то есть в целом, с кем-то подошел, поболтал. Я же не знаю, чем ты занимаешься, кто ты, может быть, какая-то полезная, может быть, с тобой что-то можно интересно. Ну, короче, это не всегда про секс. Это просто про коммуникацию, про общение. Тем более, если ты прикольно выглядишь, нормально, адекватно общаешься. Ну, короче, тут множество факторов. Надо подойти, поболтать. Если мозги ок, ну, то есть как если бы... Адекват? Если адекват. Ну, это как на сайтах тоже, знаешь, блин, ты с мужиком переписываешься. Потом, ну, вроде как бы фотки смотришь прикольные, они как бы такие свежие, потом дело доходит до встречи, встречаешься, он уже чуть пожирнел, чуть полысел, и чуть вроде как ты начинает чуть болтать, ниже чуть ниже тебя по росту, начинает с тобой там болтать и нести какую-то хрень, ты думаешь, блин. Наоборот, супер переписка по общению в интернете, а вживую, типа, не вытянешь ни слова. Ну да, да, поэтому тут... Это причем часто происходит, я говорю, как это так? Я тебе объясню, почему так надо. Нет, нет, все зависит от того, насколько человек коммуникабельный. То есть, например, я, ну, в связи с тем, что работаю в такой сфере, постоянно болтаю со всеми, мне несложно, ну, там, с девчонками болтать. Я могу там просто, я вот иду, увидел там какую-нибудь красивую девчонку, подошел, поболтал. Ну, то есть, что там дальше получится, хрен его знает, но, как бы говорится, за спрос денег не беру. То есть, поболтать можно. Что ты подразумеваешь под творческими съемками? Ну, чисто вот у тебя или у твоей команды родилась идея, и вы хотите ее просто сделать? Ну, не, в основном... Не так, что это вот заказ? В основном за кэш. В основном за кэш. Вот. Так? Вот этот чувак, видишь, идет в шапочке синей. Это чувак, знакомый из команды Нилета, знаешь, Нилета кто? Да. Вот Леха, вот это Плута у него в Инстаграме есть, вот в синей рубашке, в синей шапочке, вот он танцует у него в команде. Мы снимали концерт. Ну, я тоже видела одного рокера. Хабибку? Да, да, да. Хабибку, Ягода Малинка, вот это, да, он тоже. То, что сует тут. Я была на заводе, знаешь? Да, да, конечно, ну, конечно, мы снимаем там постоянно. Там постоянно можно встретить, мне кажется. Да, везде их можно встретить, они также и здесь ходят, тут кого только не встретишь, просто они все, ну, они закрываются под шапками, под... Да, 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 поэтому тут каждый 20-й, кто здесь ходит, он кто-то его знает, и кто-то... Ну да, да. Тем более сейчас же модно, ну, онлайн вот эти все съемки, и сами съемки сейчас набирают очень много просмотров и много всякой этой движухи. Вот. Ладно, что, пойду дальше, потусуюсь, то мне надо кореша забрать своего. В WhatsApp держим связь. Приятно было поболтать. Давай. Пуф, блин. Пошел. Тусоваться. Пошел.